Ну, так должно было и быть. Я лежал. А не потому, что его кто-то бьет. У тебя комары уже. Валя приняла ванну. Это мы в Инчку приехали. Но так как здесь ни малейших тропинок, мы нашли малейшую тропинку. Река Инчупа. Это очень красиво. Это правильный вид в этом мире. Вот и гуляйте со мной по дачным поселкам, а не вот это вот все огорожено, зайти нельзя, пройти нельзя, шлагбаум. Как-то это неожиданно случилось. Да, кто не знал, грибы нужно выдирать. Решили собраться и уже на машине подъехать к морю. Мне сказали, что у меня закатов 100 миллионов на всю жизнь хватит. Даже вставлю в эту красоту кадр с дрона. Да, конечно, знаю. Этот придурок, сейчас меня так напугало, до сих пор сердце бьется, прилег полежать, потому что парень шел, он его испугался, а потом такой, типа, ну так должно было и быть, я лежал. За что-то пошел в кусты, лапой когтем зацепился за ошейник и как начал орать на весь балдырай. Я думала, он на осу на какую-то наступил, как у нас уже было, это вообще пипец какой-то. Он орал так, что вот мне надо было, конечно, снять первым делом, как он орёт, чтобы все видели, как это бывает и почему. А не потому, что его кто-то бьет. У тебя комары уже везде пошли, бедненький. Он сам, наверное, стрессанул и теперь лежит, отдыхает от стресса. Мой хороший. Посмотри, какие ужасы тут. Все, спасли мальчика. А, меня тоже закусали, пошли и там. Охотится на кого-то там. Моя собачка, очень сладенькая, думает, там котик. А тут уже вот, пожалуйста, здравствуйте. Валя приняла ванну. Вот такая сосна стала, ты Валюса. Такая? Чего такая, вот такая? Очень садостный контент. Что именно? Зачем мы едем? Сначала прямо. Это мы в Инчку приехали. Узбалтуакапу. Мы на станции Инчупа. Вот такая тут живопись красивая. Да, здесь поезда останавливаются, но станция уже много лет не работает. То есть они не продают билеты. И по сути, я не знаю, как с новой системой, но если ты зашел на этой станции и не купил билет электронно, то тебе должны по цене обыкновенной продать билет в электричке, потому что станция не работает, например, у тебя только наличные. Вот так у нас заделан асфальт. Это новая такая модная очень система заделывания станций. Вообще, да, вот это нарушение. У нас по закону ходить по железной дороге нельзя. Но так как здесь ни малейших тропинок... Ладно, сейчас перелезем. Мы нашли малейшую тропинку. Вот это, между прочим, куда-то тропинка. Если что, это очень сильно вниз. Вот, пожалуйста. Блин.
если что, вот относительно нас. Но мы туда не пойдем. Как бы я в своих кроксах могу и упасть. Но, видимо, уже мы до лестницы дойдем, потому что здесь раньше были такие очень серьезные, такие скосные тропинки вниз. Глухая. Ну, конечно, можно сковырнуться здесь. Мы не пришли, не пошли по нашей привычной тропинке. Ой, видите дым? А как им пахнет? Дачно. Что случилось, доченька? Ого, аккуратно. Вообще-то я хотела идти вот там. И вот по этому мостику. Но я сейчас специально для вас спущусь и пройду по этому мостику, потому что там такое милое место. Это речушка, называется Инчупе. В названии Инчупе уже есть слово река. Упа – это река по-латышски. Что? Там очень красивенько. Очень живописно. Это с моста я снимаю. И это. Сейчас сделали цивилизованно. Там можно пройти, но мы пройдем цивилизованно здесь. Опа! Здесь сейчас сделали более такую покатую насыпь, а раньше был очень резкий подъем. И вот здесь мне всегда так было страшно ехать на машине, потому что заехать можно только здесь. И это здесь сейчас насыпь, такая дамба, а было, уходило все это место, оно гораздо ниже, и прямо в речку. Мне всегда так было страшно всей машиной перевернуться, когда мы ехали. В детстве особенно. О, посмотри, как красиво. А вы посмотри, какая тропинка. Уходящая, да? Река Инчупе. Это очень красиво. Что не сделаешь ради фотосессии, да? Вот где я, матрёночек. О, какая-то красивенькая. Хочешь, я тебя еще по-естественному сниму? На. Так, что-то комары начинаются. Ой, красиво. Нас уже по сумпуру со стакан ждет. А мы везем подарочек. Что-что? Да, там как-то... Нет, ну, на даче. Не уверена. Здесь на горке всегда открывался шикарный сосновый лес, но его вырубили. Я не раз этот момент освещала, и теперь вот такое вот страшно лысое все. Правильный дом, пожалуйста. Ой, как красиво, брусника. Пойдем по круглой дороге. До железки не пойдем, решили. Вера решила. Ходили. Мы тут ездили. Вот это красиво. Это правильный вид в этом мире. Очень такое все вау. Такое уютненькое, родненькое. Может, жители... За границей меня и не поймут, но я вот такое прям все очень смешной котишка. В шапке стало жарко, пахнет шашлыком отовсюду. Вот,
Это же прекрасно, да? Вот по этому всему пошастать. Или вот такое. Ой, как я люблю. Вот такое вот я все люблю, люди с грибами. Вот они, дачные поселки. Такие, как вот, как я люблю. Вот и гуляйте со мной по дачным поселкам. А не вот это вот все огороженное. Зайти нельзя, пройти нельзя. Шлагбаум неинтересно. Вот это вот такое, такое родное, простое. Найди саранчу, называется. Саранчище. Найди саранчу дубль 2. Я внезапно стала вся мокрая от жары. Причем случилось это правда внезапно. Меня кусает комар. Уже напился кровушки моей. Очень хорошо. Ну, у нас сегодня 30 градусов. Мы тащим подарочек. А, я не сказала, у Инны же вчера был день рождения. Дача, яблоки, как я люблю. Ура! А, ты смотришь... Мама выбирала, что подходило. Я говорю, Вера говорит, надо бежевую. Я говорю, нет, у нее кухня черная. А я знаю, они очень хорошие. Они очень хорошие. Зато вот белый цветет по второму разу. Он же цвел в мае. Ты так хорошо все понимаешь. Да, я. Они все вышли. Это все одна и та же дыня. А вот вот сладкие. Груши вот эти. Я сейчас буду пробовать, да. Вот над нами гроза гремит. О, шумит, как будто сейчас на нас это. А где арбузы такие большие? Ну, это не те, все-таки раньше среди. На мост заезжаем, который на Салковске. Да. А там, там же заезд на мост, и это сам все друг друга пропускают. Шумака сатулечка. Мой девонька, хорошенька. И гремит. Да, в маленькой сумке беленькой. Беленькой сумке. Да, сейчас и длинночка. Что? Как-то это неожиданно случилось. Накрытый диванчик. Очень миленько. Девушка на Балтакабу поехала с электрички. Свои раскинула. Не хватает камина. Мама звонит. Сейчас, мама. На улице такой запах после грозовой, такой дачный. Такой пахнет деревом, сосновым лесом, наверное, горящими где-то каминами из труб. Тепло я платье переодела, потому что штаны по этому самому, по полу. Вот электро. А куда я иду, собственно? Я тут уже... Лукошка у меня нету, я уже дернула одну семейку лисичек. Я очень люблю лисички. И я вот буду остальные лисички есть. То есть выдирать. И на меня капает деревья. Да, кто не знал, грибы нужно выдирать, а не срезать. Это для грибницы хорошо. Нормально мы собрались на море. Ничто не предвещало дождя, только гроза предшествующая. Картензия. Решили собраться и уже на машине подъехать к морю и там прогуляться на белую дюну. В общем, как-то очень дождь, да. С
Сюзанна. Смотри, какой тут все старый. Вот этому мостику, я не знаю, ему уже лет 100, наверное. Я наоборот рассказывала сегодня нашим жителям о том, помнишь, как ездили здесь? Мне всегда было жутко страшно. Ничего страшного. Как прямо в воду уходила эта дорожка. А ты знаешь, во что я недавно тоже вошла? Нет. Приехала на работу. Что-то очень, видимо, торопилась. Хотя я не понимаю, потому что я взяла рюкзак сзади. Еще закрыла машину, отвернулась и пошла. Она у меня съехала. Я такого года, знаешь, там. Мне сказали, что у меня закатов 100 миллионов на всю жизнь хватит. В общем, на закат мы, оказывается, опоздали, но там, ну, там что-то красненькое. Сейчас. Гремит, у нас гремит гроза. Дети прямо, папа. Ну вот, я тут так вот снимаю. Ну что, кто купаться бежит? Ха-ха-ха. Заяц. Остается здесь на ночь грустить. Ну ничего, сегодня не так холодно. Ёж грустит, да? Как это красиво. Ну я могу представить. В минус 40 чуть не сказала. Пошли, да. Мышоночка моя. Сними его, ну типа охранника. И тут его раз на фотоаппарат только. Почему он не хочет? На каких-то штуках. Ну давай, ты можешь спуститься, пойти, покататься. Даже вставлю в эту красоту кадр с дрона. Андрей, я вставлю твои кадры с дрона. Мы в Саукрасте. Это очень. Ой, ну как красиво. И как раз вот он снимал такую красоту на дрон, и как раз в сумерках. Да, конечно, знаю. Тебя в очках отражается. Не отражается. Море? Видимо. Вот тогда он может все что угодно. Папа может, папа может. А что, никак? Должен подчиняться матери. Это ты. Понятно? Должен подчиняться тому, кто спонсор. Инстаграм больше 10 фото. Да, есть люди, у которых до 15 фото, у которых. Мы снимаемся. Блок. Ваши яркие кофты. У кого? Но все равно будут такие все такие. Мам, ну может и не так официально, но твоя появляется. Поняла, да? То есть ты всегда думала, что просто какая-то тетка приезжает в гости,